Ледовый дворец «Авангард» в Лабытнанге готов к сдаче и ждет торжественного открытия 6 сентября. Заниматься в нем будут юные хоккеисты, которые до сих пор занимались на площадке, не соответствующим мировым стандартам. Кроме того, на льду нового корта начнут тренировать фигуристов. Ранее этой секции в Лабытнанге не было. Впрочем, помимо спортсменов, пользоваться новым сооружением смогут и обычные горожане. Если социально-экономический эффект, Ледовый дворец создал дополнительные рабочие места.